Всем привет! Очень маленький обзорчик о том, что было сделано компанией Time Trial в прошедшем 2019 году. За 2019 год в компании Time Trial было создано несколько новых моделей лодок и усовершенствовано несколько классических моделей. Разработаны новые катабайды с диаметром баллонов 40 см. Появился новый кабот Уран 460 длиной 460 см. Большой кабот Уран 550F получил опциональное килеватое днище, а также ряд мелких доработок, улучшающих эксплуатационные качества лодки. Летом вышла в свет моторная лодка «Фишка», которая сочетает в себе компактность, малый вес, менее 10 кг, максимальный комфорт, благодаря высокой посадке и сиденью со спинкой, и прекрасную мореходность. Сейчас готовится к выходу версия «Фишки» с надувным днищем низкого давления. Появилась классическая моторная лодка «Бомбер» со вкладным днищем высокого давления. Очень легкая и практичная. Грибной флот также пополнился несколькими моделями. Каяк «Аргон» – простой, быстрый, надежный, ничего лишнего. Главное его отличие – сварной корпус, что делает его отличным выбором для применения в жарком климате. На базе корпуса «Аргона» была сделана серия байдарок «Экшн» с надувным днищем низкого давления и самоотливом. Эти байдарки позиционируются как бюджетные аналоги коммерческим байдаркам Waterfly. На базе Покрафта Спутник Лайт был создан набор Fish Покрафт все в одном, включающий в себя полный набор всего необходимого для рыболова, не желающего обременять себя переноской тяжестей. При общем весе около 5 кг набор включает в себя лодку, весло, спас-жилет, якорь, насос и ряд других дополнительных приспособлений. Все это упаковано в отличную сумку. Фиш-каяк – отличный каяк для рыболова. Он доведен до ума, и вряд ли что-то можно в нем кардинально улучшить. Однако для рыбаков, жаждущих особо высокой скорости под веслом, была запущена в серию скоростная версия – Фиш-каяк Pro. Появилась и новая версия байдарки Веги с измененными штевнями для улучшения курсовой устойчивости. Спортсменов же порадовали выходом малого рафта R2 и Еврорафта. Кроме того, было сделано несколько несерийных, но очень интересных плавсредств под заказ. В 2020 году компании Time Trial исполняется 20 лет. Мы не собираемся останавливаться в развитии, и уже сейчас конструкторский отдел ведет активную работу над созданием новых моделей, которые увидят свет уже грядущей весной, к началу водного сезона. Это серия уникальных моторных рыболовных лодок, новый тип покрафта, обновление серии катабайдов и многое-многое другое.